Ранние сборники Левитанского, это редко, я не читал. Но есть официальный сайт Юрия Левитанского, где, собственно, указаны два ранних сборника, то есть до кинематографа их еще было три. Ага. Вот там указано три. И там нет этого стихотворения, нет даже стихотворений, которые не попали ни в один сборник. Левитанский воевал, и как поэт военного времени, разумеется, не мог обойти эту тему в своем творчестве. Очень много стихов у Левитанского о войне, но как действительно поэт очень значительный, я опасаюсь слова «великий», хотя с моей точки зрения «великий», но давайте скажем «очень значительный», он сумел эту тему в себе пережить. Она его беспокоила, не оставляла до конца жизни, но тем не менее он сумел обращать внимание на что-то кроме войны, в то время как были такие... В принципе, талантливые люди, которые, окунувшись в ужас войны, просто не могли больше писать ни о чем. И одна из песен, где как раз Левитанский пытается анализировать свое отношение к военной теме, это стихи, на которые Виктор Берковский сделал песню «Ну что с того, что я там был?». «Ну что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат, ни тех форсированных рек. От той
первый зим от тех снегов. И с той землей, и с той бедой уже меня не разлучить. До тех снегов, где вам уже моих следов не различить. С тобой.